Саженцы амфоры кустарниковой вырастают в кустарник с раскидистой рыхлой кроной. Ветки у него коричневые или серые, на них есть маленькие колючие щетинки. Листья сложные, цветы оригинальной формы. Они мелкие и имеют всего один лепесток темно-синей окраски. Цветок украшен ярко-золотистыми тычинками. Все цветы составляют колосовидные соцветия пирамидки с чуть склоненной верхушкой. В семенах крупномер амфора кустарниковая содержится гликозин. Его используется в фармакологии, он является компонентом препаратов рутицин с успокаивающими и кардиотоническими характеристиками. Растение часто становится украшением участка, дополняя цветочные композиции. Аморфа кустарниковая – это многолетнее растение высотой 200-300 см. Кустарник лиственный лучше всего подходит для групповых посадок. Аморфа прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Расцветает аморфа кустарниковая в месяц июль-июнь. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Весенняя окраска листочков зеленая. Аморфа кустарниковая имеет поздний срок созревания. Обратите внимание, что аморфа кустарниковая, самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.